меня вышкалы? Куда? Говорят, Одесса красивый город. Море цветов. В лесу пожар. Меня вызывают. Что? На станции произошла авария. Нужно сообщить по радио, по телевизору, принять меры безопасности. Что конфиденциально? Я не понимаю, но... Стоп! Не иди под дождь! Там опасно! Ваш муж получил высокую дозу облучения. C'était une ville modèle, la plus belle ville d'Ukraine. Le jour de l'évacuation, 50 000 habitants ont dû quitter la ville avec l'interdiction de prendre quoi que ce soit. Il y a encore des gens qui travaillent ici? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire, Tchernobyl? Absinthe, l'herbe de l'oubli. Et vous habitez encore dans la zone? Souvent, les gens me demandent pourquoi je suis restée. Скільки було тих? Тут... Це біженці з Таджикистану. Вони зайняли ваш дім, я нічого не міг зробити. Чорнобиль не приналежить нікому. Це наша територія, понятно? Персон не віду фо. Le passé est un pays étranger qui ne me quitte pas. Je ne peux pas m'en défaire.